Вітаю вас. Це поза очі. Невідомі факти життя найвідоміших людей світу. Дивіться нас, як чому цікаво, хто з відомих і знаменитих ризикне прийти на телебачення, аби публічно почути правду, яку про них кажуть лише поза очі. Наш гість сьогодні – людина, яка здобула собі славу лише тим, що вміє танцювати. Влад Яла. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне честно признаетесь, когда вы увлеклись танцами, вы думали, что вас будут узнавать на улице, вы будете раздавать автографы? Даже не догадывался и даже не мечтал об этом. Так. Я всегда мечтал стать чемпионом мира. Угу. Этого не случилось. Пока? Или вы уже навряд не случится? Ли, да? Нет, я не выступаю уже 3 года на соревнованиях. Но то, что произошло со мной и продолжает происходить, я думаю, что, наверное, это все-таки даже лучше. Угу. Чем просто быть чемпионом. Народная слава вам дороже, чем просто медаль в шкафу? Ну, практически да. Да. Наверное. Необычное увлечение ведь для молодого человека, танцы. Да, мне в школе кричали вслед как-то, вот, танцор пошел. Вот, я даже обижался немножко. Ну, это еще ничего, танцор пошел. Да. Ну, было так. Я думаю, нынешнее поколение кричало бы, да, посерьезнее что-то. А сейчас такое бывает? Нет. Вы что, абсолютно всем нравитесь, скажите? Нет, конечно. А кто те люди, которым вы не нравитесь? Почему? Как я думаю, что в первую очередь завистники. Да ладно? Да. Те, кто, наверное, еще не успел чего-то добиться, вот, и считают, что мне только повезло. Повезло – это когда ты родился в семье богатых, состоятельных родителей. А вы всего добились, как мне кажется, насколько я знаю, своим трудом. Чему тут завидовать? Ну, мне все-таки улыбалась удача, я это признаю, улыбалась неоднократно, и в этом есть, наверное, частичка судьбы, и я очень этому рад. Ну, мы об этом еще поговорим, а начнем мы наш ретроспективный просмотр интересных фильмов о разных людях, которые особое место в вашей жизни занимали, со школьных лет, если хотите. С удовольствием. Вспомним, как это было. Хорошо. Влад Яла, с чего это все начиналось? Интересно. Вот видите, у нас школьный калейдоскоп, где запечатлены моменты школьной жизни. Это Влад, выпускник 11 класса, танцует на празднике последнего звонка вместе со своей партнершей. И ужасной прической. Никогда не отказывал на концертах, каких-то праздничных мероприятиях. Он всегда был активным участником. Мне приятно было, что есть такой ученик. Часто мы с ним встречались, потому что ему приходилось учебу с работой совмещать. Он закончил школу очень хорошо. У него 5-ки и 4-ки, несколько четверок. Аттестат – это может быть гордостью. Я преподавала математику в 7-м же классе, в котором учился Влад Яла. Он сидел за 4-й партой. Он очень симпатичный мальчик. У него шевелюра такая беленькая, красивенькая. Был способный, дисциплинированный ученик. В учебе отличался такой настойчивостью, системой, трудолюбием. Любимый предмет – это у него, конечно, физкультура была. Спорт, история, правоведение – вот этим он увлекался. Мы пошли учиться в Запорожский государственный университет, на факультет физического воспитания. Там мы и познакомились, после чего, в принципе, начали достаточно тесно дружить. Он был круглым отличником, сессию сдавал досрочно, все на 5-ки. Он очень целеустремленный человек и всегда ставил перед собой цели и шел к ним очень большими шагами. Однозначно он хотел быть хорошим, классным, первоклассным танцором. Он, в принципе, им и стал. Но только с точки зрения шоу-бизнеса. Для меня он всегда остается простым Владом, и таким же, каким он есть в жизни. То есть рассудительным, четким, правильным. Отличное чувство юмора, очень веселый, очень компанейский. Передаю привет тебе, Влад. Я надеюсь, что мы скоро увидимся. И жду новых встреч. Ну, сколько народу захотело о вас сказать за глаза. Классно, приятно. Учительница только перехвалила немножко. Что так? Потому что последние 3 года это мой классный руководитель, она у нас вела математику, алгебру, геометрию. И последние 3 года я абсолютно ничего не делал в математике, честно. А что это вы так себе позволяли? Да. Был какой-то момент, когда я упустил несколько тем, там были какие-то... А вы ездили на соревнования, просто вы пропускали? Да, да, да. И потом мне было неинтересно даже вот все это наверстывать. То есть до 8-го класса
У меня были все пятерки по всем предметам. В девятом вот появилось пару четверок. То есть математика — это ваше слабое место? Я бы не сказал, что слабое. Ну, нелюбимое. Ну, а кто подсчитывает ваши гонорары сегодня? А я... То есть да, до этого это достаточно ваших знаний? Да, это не настолько сумасшедшие цифры, чтобы нанимать. Но ведь правда, что вы умножили свои гонорары после того, как благодаря телевидению вы стали узнаваемым персонажем? Да, конечно, да? Конечно. И вы помните тот день, когда вы родителям сказали, что хотите танцевать? Что они вам сказали? В детстве. А вы признались им когда? В детстве? Да. Так. Ну, они меня всегда поддерживали. Я бы не сказал, что как какие-то преграды ставили и так далее. Они на моменте поступления моего в университет, они меня просто переспросили: ты уверен, что ты этого хочешь? Потому что родители — учителя истории, брат стал юристом уже к тому времени. Я тоже какое-то время занимался правоведением. Вот. И я немножко подумал и понял, что это все-таки мое, и от танцев я не хочу уходить. Я думаю, что очень многие родители могут смириться с тем, что их сын будет всю жизнь танцевать, но не всякие родители скажут: ой, какой ты молодец, когда увидят, что у сына сережки в ушах. Как они реагируют? А, нормально абсолютно. Знаете, родители мне настолько доверяют, что я даже когда побрился, ожидал от них реакции похуже. Так. Вот, абсолютно. Что сказала мама? Мама, ну, она немножко так почти упала в обморок, правда. Вот. Потом потрогала меня. Но сказала, что привыкну. Так, а как дела с папой обстояли? А с папой проще. Папа меня понимает вообще с полуслова. Да? Да. У вас есть старший брат, да, который... А он юрист, по-моему, да, вы сказали? Да, да. Он разделяет ваше увлечение? Он так же, как вы, танцует? Нет, он никогда не танцевал, не умеет играть в футбол, ездит на велосипеде. Его лучшие друзья — это книжки. Во двор его отпускали гулять только с его условием, что можно с собой взять книгу. Так он не хотел никуда выходить. Вот. То есть он человек науки, больше умственной работы. Так, но вы его увлечение книжками не разделяете совсем? Ну нет, настолько нет. Да что? Нет. Ну хорошо, что о вашем детстве вспоминают родители. Приятно вам посмотреть? Конечно. Ну давайте посмотрим. Это фотография нашей первой партнерши. Вот она, Олечка. Самые первые медальки. Мечтал стать водителем, но не просто водителем, а водителем хлебной машины. Брат работал на хлебной машине, и вот он запомнил этот запах булочек. У него было задатки к юриспруденции. Старший брат юрист, он был победителем Олимпиады областной по праву, ездил на республиканскую тогда еще Олимпиаду. Но пришло время, он сам сказал: папа, потянуть право, серьезно заниматься и заниматься серьезно танцами, просто времени у меня не хватит. Говорю, сам решай. Как решишь, так и будет. Прошла неделька, он подошел ко мне и говорит: папа, я определился. Я говорю, ну что ты выбрал? Я выбрал танцы. А попал на танцы он, ну просто случай помог. Девчонки в первом классе, они уже занимались один год. Не хватало, как всегда, мальчиков, партнеров. И девочки предложили, и он пошел. Нет, нет, мама, тут немножко, немножко надо внести ясно. Было ему 5 лет. Звонит мой сокурсник Симферополя и говорит: там моя дочь участвует в чемпионате СССР по бальным танцам. В нашем ДК в Запорожье проводился. Он как уперся, говорит: папа, я хочу посмотреть. И вот мы в 10 приехали, в 6 часов вечера, когда закончились все финалы, прошло награждение уже победителей, тогда мы поехали домой. И вот это вот детское врезалось ему так в память, что потом он в первом классе, когда уже был, прибежал круглые глаза: папа, а у нас девчонки там заходят на бальные танцы, и я хочу. Первое занятие, первый его тренер выходит и говорит: а кто папа этого мальчика? Говорю я: а скажите, а где вы занимались? Говорю, нигде, мы первый раз пришли. Не может быть. Первое занятие и такие результаты.